Всем привет, мои хорошие! Сегодня пришла посылочка Василек, и мне не терпится уже эту посылочку распаковать и показать вам, что там пришло. Давайте распаковывать. В этой посылочке я заказала вещи не только себе, но заказала и сыну, и внучке. В общем, подарки заказала. Ну, давайте по порядку начнем. В общем, первое, что я заказала, это вот себе платьечко такое, голубенького цвета. Заказала 52 размер. Кулирка, хлопок. Раскроем, посмотрим. Вот такое платьечко, лов написано. Но это платьечко, знаете, это все-таки туничка. Я заказала это как туничку, потому что это прямой крой, обычная прямая вещь. И вот дома ходить я заказала уже с таким рукавчиком, свободный рукавчик коротенький. Вот люблю по дому ходить в таких вот вещах. И снимать вам тоже будет приятно, вот этот голубой цвет, ну, нравится. Я люблю такие вот цвета. Желтенький, голубенький. Эта туничка, она сделана как футболочка. Мне она этим понравилась. И там было очень много разных цветов. Внизу она просто вот прямая идет, как футболка. То есть это, знаете, это как удлиненная футболка, я бы так сказала. То есть или короткая туника, или удлиненная футболка. И заказала 52 размер, потому что она вот такая вот широкая, видите, да, какая просторная. И поэтому я не стала уже заказывать 54, потому что у меня 52. И если вещи, они идут как бы зауженные, тогда я беру немножко побольше, как 54 размер. Но здесь я вижу, что прямой крой, то есть 52 будет нормально. В общем, такая вот приятная расцветочка. Много-много разных цветов есть вот этой модели. Так что выбирайте, какую хотите. Стоит эта модель 380 рублей, девочки. Сейчас я одену, покажу вам, как это будет смотреться. Дальше я заказала кое-что из одежды внучке и сыну. Ну, внучке я покажу сначала. Вот такая симпатичная расцветочка. Это комбинезончик. Такая детская расцветочка хорошенькая. Это идет, девочки, футер. Знаете, похож на вот байковые такие вот пеленочки были для детей. Внутри вот такая вот она, как пушистенькая. Капюшончик. Капюшончик с ушками вот такой вот классненький. С длинным рукавом идет. И внизу идет с манжетиками. Вот такой комбинезончик. Ну и впереди он идет на молнии. Вот так вот он выглядит. Сзади вот так выглядит. Хорошенькая такая детская симпатичная расцветочка. Вот впереди. На рукавчике тоже манжетик. Это идет на рост на 116 сантиметров. Как раз вот я внучке заказывала в прошлый раз платьечко и пижамку. На 116 сантиметров ей очень даже хорошо подошел этот размерчик. Здесь еще на капюшончике есть такая вот подкладочка. Ну, приятно, он такой мягкий. Мягкий материальчик, очень хорошенький. И вот это будет, это может быть как пижамка или просто дома ходить, как вместо костюмчика. Ну вот мы с Наташей вместе выбирали с невесткой моей для Настеньки, для внучечки. Вот такая красота.
Ну, померить на Настеньку мы сейчас это не сможем. У меня нет возможности сейчас померить моим близким костюмчики вот эти. Но, по крайней мере, я вам покажу вот так, как это выглядит, покажу вблизи. Этот комбинезон называется «Сладкоежка», потому что тут нарисованы всякие пирожные, всякие вкусняшки детские. Ну, славненький вообще комбинезончик этот. Это модель КД-49, футер-начес. Размер 60x116 и стоит 812 рублей этот костюмчик. Дальше я заказала костюмчик сыну. 58 размер, мужской костюм, черный. Называется «Старт». Так, ну давайте рассмотрим костюмчик. Верхняя часть костюма идет с капюшоном. Вот такая эмблемка на груди. На рукавах такой вот белый лампасик. Рукава с манжетиком. Есть карманы внутренние с двух сторон. Впереди все это на молнии, и тоже внизу идет вот такой вот манжет. На капюшоне вот такие вот шнурочки. Ну, такой, я бы сказала, немного тепленький такой костюм, не очень сильно теплый, но немножко тепленький такой. Брюки тоже черные с белыми лампасами по бокам, внизу манжет на брюках, вверху резинка и тоже шнурок есть, можно завязать, и есть тоже внутренний карман, с двух сторон карманчики. Вот такие вот брючки. Ну, это вот такой спортивный костюмчик мой сын захотел, и я ему заказала. Костюм стоит 1530 рублей, девочки. Но ткань это не кулирка, не трикотаж. Это такая, я даже не могу сказать, это ткань какая. Ну как она, полиэстер, вискоза здесь есть, видно. То есть это хлопок, но не кулирка, не совсем трикотаж. Такой вот тянущийся костюмчик. Но ткань очень мягкая, очень приятная такая вот. Еще, девочки, я заказала полотенчики. Ну, вот это полотенчика, это для ванны, для ног. Это с ножками полотенчика, 50x70. Это коврик махровый, ножки называется, Туркменистан. 700 грамм на метр квадратный, цвет персик. Сейчас посмотрим.
такой вот коврик. Коврик стоит 154 рубля, девочки. Еще заказала два полотенчика 40 на 70 размер. Это тоже Узбекистан. Полотенчики по 83 рубля. Оранжевый и шоколадный цвет. Я сейчас разверну, вам покажу. Вот такое приятное полотенчико. 40 на 70 размер. Полотенчика такое можно и для рук, и для лица, для кухни. Хороший такой размер, очень удобный. Мягкое, приятное полотенчико. Хлопок. Чистый хлопок, девочки. Ну и наконец-то мы добрались до постельного белья. Заказала я постельное белье себе. Мне понравилась эта расцветочка. Это на полуторку. Это сатин, 100% хлопок. Наволочки я заказала 50 на 70. В этот комплект положили. Хотя в комплекты обычно входит 70 на 70. Но на заказ можно сделать. У меня 50 на 70 подушки. Поэтому заказала 2 наволочки 50 на 70. И заказала комплект на молнии. Сатин в последнее время мне вообще понравился. Это дочкин любимый материал, ткань. Она заказывает всегда себе постельное из сатина. Я раньше заказывала бязь, но сейчас тоже вот как-то полюбила сатин. Стала сатин заказывать. Какие тут размеры? Под одеяльник идет 143 сантиметра на 215 одна штука. Простыня 145 на 214 сантиметров одна штука. И две наволочки 50 на 70. И стоит этот комплект 1925 рублей, девочки. Ну, сейчас мы его раскроем и посмотрим, как он выглядит. Давайте рассмотрим пока наволочку. Наволочка, она идет без рисунка. Мне нравится здесь такая расцветка, здесь переходит плавно цвет, он как-то вот от светло-фиолетового в сторону как голубому. Но на наволочке эту расцветку не очень хорошо видно. Я когда расстелю, и вы увидите, как будет смотреться. Вот еще одна наволочка. На наволочке особо не видно расцветочки. Вот видно здесь уже. Идет вот простынь. С одной стороны, видите, оно идет как такой вот фиолетово-розовый. И он так переходит в серый. И далее он переходит в голубой цвет. Мне прям уже не терпится посмотреть. Это простыночка. Так, давайте посмотрим внимательно. Наволочки идут у меня на молнии. Я заказала на молнии. Значит, наволочки тоже на молнии. Молния идет вот по длине. Ну и пододеяльник тоже должен быть на молнии. Да, пододеяльник тоже я вижу, вот на молнии идет. Прекрасно. На пододеяльнике имеется рисуночек, но мы этот рисуночек рассмотрим попозже, да, девочки? Сейчас я его застелю и вам покажу.
Ну вот и все, мои хорошие. Я вам показала весь свой заказик, все подарочки. И постельным бельем я очень довольна. Это просто я очень ждала. Мне так понравилась эта расцветка. Я ее сначала пролистала, потом вернулась к ней, решила эту расцветочку себе заказать. Очень приятная, нежная такая расцветка. Я люблю пастельные тона, и при том, что я люблю такие разноцветные вещи. Мне заказик весь мой понравился. Если кому-то понравилось что-нибудь тоже из василька, заходите, девочки, ссылочку я оставлю внизу в описании. Заходите, смотрите, очень большой выбор. Постоянно меняется модельный ряд, все время обновляется. Каждый раз что-то новое вы можете увидеть на сайте. Также есть много детских вещей, одежда для мужчин, для женщин, и постельное белье, и большое разнообразие полотенец разных. В общем, очень много интересных вещей вы можете увидеть на сайте Василёк. Заходите, выбирайте и заказывайте. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Кому видео мое понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока!